стране нужно много сахарной свеклы. Повысить производительность труда и облегчить работу свекловодов помогают новые машины. На одном из заводов Винницкого совнархоза изготовлен буртоукладчик. Этот оригинальный агрегат разгружает машины и укладывает свеклу в бурты. Он заменяет труд 40 человек. Буртоукладчик сконструирован коллективом украинских инженеров под руководством Богуслава Черногуба. За 2 минуты машина разгружена и свекла уложена.